Доброго времени суток, друзья! Сегодня на распаковочке у нас будет пакетик. Так, из онлайн-магазина Zalando. Это у нас такой есть тут. Да, пакет уже вскрыт. Так получилось, что это был как бы подарок на годовщину. Поэтому он уже вскрыт. И да. Покажу кое-какие отрывки, что я заснял во время вскрытия, скажем так. Да, это смарт-часы от Майкл Корса. Да, если кому интересно. Женские, да? Посмотрим, что там внутри. Так. Что у нас внутри? Оп. Так, это у нас просто бумажка. Угу. Да, самих часов у нас нет. Часы я вставлю чуть-чуть позже. Просто посмотрим быстренько комплектацию. Да, я их уже сносил к часовщику. Сняли звенья. В комплекте что там у нас? Сначала просто посмотрим комплектацию, а потом уже будет обзор самих часов. Так, это у нас инструкция по применению. Зачем эти пустые листы? Записывать свои мысли, что ли? Так, да, это кому нужно. Мы русские вообще в принципе это не читаем. Так, тут, наверное, то же самое. Начнем, пожалуй, лучше сам разбор часов. Так, вот мы распакуем наши часики. Вот мы целочку снимаем. Да. Внутри у нас должны быть смарт-часы, как я ранее уже говорил. Так, это мы уберем в сторонку. Руки моей жены, если что. Да, я просто немножко переозвучить решил, поскольку там очень много шумов было. Очень много лишних разговоров. Ну, я, скажем так, вставлю свои комментарии. Вот это часики моей жены, старенькие, простые часы, да, тоже Майкл Корса. А вот она решила, что странное, я когда купил просто Mi Band себе на работу, чтобы шаги считать, ей как бы понравилась эта идея смарт-часов, хотя раньше она к этому всему очень как-то скептично относилась. Так, вот он логотип, Майкл Корс, коробочка, дата производства. Да, ну, часами она довольна, скажем так. Так, вот они какие были. А не то, что я показывал. Ага. Красивенькие. Да. За кадром, скажем так, был такой восторг. Восторг моей жены, поскольку это ее ей как бы подарочек. Да, поэтому такой восторг. Да, вот как выглядят они. В принципе, похожи, да. Ну, только единственное, смарт-часы. Да, скажу честно, записываю я уже после того, как распаковал, да, кэп. Не то чтобы проблема, но я думаю, у всех смарт-часов такое, что больше одного дня они не держат, да, их надо на ночь ставить на зарядку, и тогда уже можно пользоваться весь день. А если все функции включать, то, думаю, и весь день, наверное, не продержится. Я думаю, ну, как сказать, я их сам лично же не ношу, поэтому мне трудно сказать. Но поскольку я понаблюдал, да, первые дни там всякие обновления приходили. Так, да, это у нас вся эта комплектация, что внутри была. Вот он сам проводок. Это у нас клипса для ремешка. Да, вот. Для ремешка, если кто-то хочет, допустим, снять железный ремешок и поставить просто ремешок простой, да, докупить, то этот будет уже с логотипом Майкл Корса, да, чтобы не ходить как этот, как бомжара. Там уже будет как раз все написано. Вот как здесь, если видно, конечно. Ну вот, видно немного, да. Там написано Майкл Корса. Да, поэтому можно докупить какой-то простой ремешок. Допустим, мне лично самому удобнее носить с ремнями, да, чем металлические ремни. Ну, не знаю, мне так просто удобнее, да. Привык, может быть.
И да, то есть я либо докупаю, либо уже покупаю изначально часики себе, скажем, с простыми ремнями, с кожаными. Так, это у нас зарядочка. Посмотрим, как она будет в применении. Да, вот они сами часики. Так. За кадром у нас восторг, как всегда, да? Ну, я это вырежу. Будете слышать только мой голос, да. Вот так они выглядят. В принципе, да, в подушечке все как надо. Но, скажем так, по звеньям ей не подошло, да, пришлось снимать два звена. В принципе, тоже хорошо, да, если кто-то берет на свою толстую руку, да, заранее извиняюсь, то, ну, как бы, да, на про запас будет. То, что руки у всех разные, да, могут быть запястья от природы, кость широкая, да, и поэтому, да, не все может подойти. Но это как бы все решаемо, да. Так, Michael Kors. Там у нас получается беспроводная зарядка. Ну, во всех смарт-часах это так идет, да. Поэтому вот как эти звенья снимать, сами эти стрелочки, да, сколько там, ну, все звенья нельзя снять, только крайние, да. Ну, кто знает, в принципе, как бы, само собой разумеется. Так. Там уже видно, да, изначально, что они уже больше. Так. Вот, да, висят. Два звена пришлось снять. Поэтому так. Так, проверим зарядочку. Так, вот она, сама зарядочка. В принципе, можно докупить док-станцию, да, чтобы вешать часы, да, на зарядку. Что, в принципе, я их хочу предложить моей жене, чтобы, ну, в принципе, можно вот так вот, как они и стоят на коробке, так их пока заряжать. Так, это у них будет еще обновление. Они только включились. Поэтому туда еще должно прилететь много всяких обновлений. Поэтому, да, надо ждать, смотреть, пока это все синхронизируется с мобильным телефоном. Так, смартофоном. Со смартфоном, да. И так, у нас тут Wear OS. Это получается от Google. Как Google Watch. Да, ну и вот, получается, надо ждать еще какое-то времечко, пока они там все синхронизируют. В принципе, первый день, мне кажется, даже на второй день приходили еще всякие разные обновления на него, да. Поэтому первый день его надо было даже заряжать немножечко чаще, потому что, да, вот они синхронизируются. Синхронизируются. Синхронизируется, да. Так, тут у нас должна быть менюшка. Да, вот она. Базовая менюшка. Они подключились. В принципе, да, по автономности, ну, как бы все по умолчанию. Как и мобильный телефон, в принципе, держит один день. Да. Ну, если сильно их юзать, то. Как и телефон, в принципе. Если сильно его юзать, он и одного дня не проживет. Вот в таком времени, скажем, мы живем, да? Что вот у нас... Ну вот, да. Вот такие вот часики получаются. Жена не хотела Apple Watch, потому что она... Ну, ей не нравится, что они такие квадратные, поэтому вот такие вот мажорные ей подарил Майкл Корса, которые у него, в принципе, были, да? Поэтому, да. Желаю вам всего хорошего. И встретимся в новых видео. До свидания.